Всем привет! В этом видео мы детально рассмотрим бюджетную линейку сейфов S модели S20K и S20E торговой марки Griffon. S20 – это мебельный сейф от украинского производителя Paritet.K, который используют для хранения документов в офисе или небольших сумм-касс в магазинах. Сейф весит 15 кг, имеет толщину стенок и дверцы 3 мм. Внешние размеры сейфа – высота 200 мм, ширина 380 мм и глубина 260 мм. Компактность размера позволит с легкостью разместить его внутри мебели, а для надежности крепления сзади и внизу сейфа предусмотрены отверстия под анкерные болты. Это позволит закрепить его к стене или к полу. Из-за небольшого веса конструкции мы настоятельно рекомендуем это сделать. Петли сейфа имеют внутреннее исполнение, поэтому их сбить намного сложнее. Они позволяют открыть дверь сейфа на 90 градусов, не перекрывая при этом проем. Внутреннее пространство сейфа имеет размеры 194 мм по высоте, 374 мм по ширине, 216 мм по глубине в случае с ключевым замком и 202 мм в случае с кодовым. Также имеется одна съемная полка, которая позволит разделить, например, документы и деньги. За ненадобностью ее можно снять и поместить более габаритный предмет, как, например, фотоаппарат. Сюда с легкостью поместится несколько папок с документами формата А4 или небольшой планшет. Сейф оборудован двумя стальными активными ригелями, которые запирают дверь. Как вы могли уже догадаться, главная особенность, которая отличает сейфы S20K и S20E друг от друга, это два типа замка – ключевой и кодовый. S20K оборудован простым сейфовым сувальным замком, гарантия на который составляет 1 год, гарантия на конструкцию сейфа составляет 5 лет. S20E оснащен фирменным электронным кодовым замком Griffon от украинского производства компании Paritet.K. Он имеет специальный антишоковый соленоид, который защищает его от большого электрического импульса. Работает замок от 4 пальчиковых батареек типа АА, которые устанавливаются во внутренней части дверцы. Когда заряд батареек падает ниже допустимого уровня, при каждом открытии сейф будет издавать звуковой сигнал. В случае полного разряда на замке есть специальные контакты, которым нужно приложить батарейку типа крона. Замок включится, можно будет ввести код и заменить батарейки изнутри. У замка есть два кода пользователя, номер 1 и номер 2. Они могут состоять от 6 до 8 цифр и меняются сколько угодно раз при помощи кнопки на внутренней стороне дверцы. Заводской код пользователя номер 1 от 1 до 6, номер 2 – 8 восьмерок. При покупке сейфа обязательно смените эти коды. При трех неправильных попытках ввода цветовая и звуковая индикация сообщит о неправильной комбинации и заблокирует замок на 3 минуты. Сравнивая эти два сейфа между собой, мы отдаем предпочтение кодовому замку, так как он более надежный и удобный в использовании. Не нужно волноваться о потере ключа или о том, что кто-то может сделать себе дубликат. А для офиса возможность изменять код сколько угодно раз – вообще идеальный вариант. При этом сейф с ключевым замком будет немного дешевле, имея аналогичные размеры. Сейф Griffon S20 подходит для домашнего и офисного использования. Он будет неплохим вариантом для хранения документов и небольших сумм денег. Все же, из-за отсутствия в нем класса защиты, мы не рекомендуем хранить в нем драгоценности или внушительные суммы денег. Если у вас остались вопросы по поводу этого сейфа или вы хотите его купить, переходите по ссылке под этим видео в наш интернет-магазин Sweet.zamki.ua, и мы обязательно вам поможем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео. Всем пока!